Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок. Показал я в среднем, сколько надо слизней. Сегодня у нас будет интересно, я думаю, веселый роллинг. 71 тысяча. Нам надо собрать слизней. Аккаунт, как видите, не слабенький. 319 тысяч. Не часто такие аккаунты на роллингах бывают. Ну, конечно, бывают. Ну, в основном уже на такой силе все есть. Аккаунт у нас донатный. Почти 400 тысяч. То есть Минотавр есть. Сейчас посмотрим, что тут вообще у него творится. Находится в гильдии Аболдусы. Ник никакущий. Находится в гильдии Аболдусы. Все, короче, понятно. Пропуск БГ Кикбус 4. 21.00. 5. 21.30. Есть ВК. Кидайте заявочки, вступайте. Теперь поехали, посмотрим, что у него есть. Чего у него нету. Так, Некроса нет. Командоры нет. Рибита, Огнекрыла, Махатмы, Тритона. Ну, нету Тритона, это все, это нуба аккаунт. И Бугимана. В общем, нету последних героев. Сейчас попробуем паролить. Вот такой вот у нас коллекционер. Я сегодня утром показывал. Ведьму, в принципе, вытащил. И где-то за 50 с лишним студеных. Ну, сейчас посмотрим. Какая здесь удача? Повезет ли нам затащить? Так, поехали, смотрим алтарь. Что у него там вообще есть прокачанная шапочка, бавашка. Вот Бигфут, отлично. Ну, смотрю, скинов особо нету. Тоже любитель огненький. Минотавр с грубой. Интересное решение. Так, ну по талантам тут... В принципе, плюс-минус неплохо на такой донат. Сложным. Интересно. Так, Ронька такой с ожогом есть. Стрелок. Ну, старенькие талантики на героях. Ну, в принципе, огненки правильно стоят. Сейчас они будут в топе. Афинка. Тоже отлично. Рейка. Баст. Рано что не пооткрывал. Ну, вроде так более-менее. Талантики есть. На Варлока таланта нет. Ну все, пошли допа. Так, отлично. Ну что, поехали. Будем пробовать выбивать 15 слизней. А что у него по осколкам? Командора, Махатма, Асура. Вот Огнекрыла почти собрал. Неплохо, неплохо. Ладно, поехали. Let's go. Просто, блядь, easy, ребят. Ну, за это просто лепите лайки. Вторая тычка, у нас сразу же падает недостающий герой. И... Круто, чё? Поздравляю. Теперь у тебя есть еще один охрененнейший герой. Махатма мне очень нравится. Просто жесть. Ну, надеюсь, дальше будет точно так же падать. Так, первый есть студенистый. Все как обычно. Паладин еще один. Ничего себе. Ну, это прям подгон. Уже 5 собрали. Череп. 6. Что, может, и рекорд сделаем? Королева Гарпий. Смерть. Друид. Ну, такое, такое себе. Суккуб. Дед Мороз. Ну, честно скажу, вроде и падает. Ворожай. Ну, неплохо, неплохо. Это все музычка решает. Сердцеедка. 20к улетело уже. Дракос. Давайте до 45. Рыцарь. Рыцарь тьмы.
Нам бы медузку словить. Еще один паладин. Так, что там у нас получается? Ой, да неплохо, неплохо. Хорошо идем. Правда, стадионы что-то плохо падают. Да-да-да. Да, неплохо, неплохо. Мне это нравится. Делаем нашу, как обычно, тактику. Сливаемся. В рейде и обратно идем ролить. Let's go. Бум. Шаман. Еще один студеный. Ну, одержимый. Тыква неплохо. Еще рыцарь. Смотрите, как начали падать. Хорошо. Варлок. Ну, что там у нас по ним? Еще пара штук, по идее. Вообще просто налегке. 30-31к и практически собрали. Плюс недостающий герой. Тыковка. Ну. Он попросил оставить ему. Фига себе падает. Все. 35к ушло. Ну, конечно, это мега везение, я вам скажу. Даже, ну, за РТ-шку, честно говоря, такое себе. Ведьму не выбили, но получили священный огонь и воодушевление. У него, походу, вообще нету на тыковке воодушевления. Замедление стоит. Да, неплохо, неплохо, я вам скажу. В принципе, вообще отлично. Поехали, заберем плюшечки. Ну, самое главное, что мы выбили недостающего из-за минимум. 34 500 мы собрали. Отлично. Вот так бы всем падало. Коллекционер. Ну, что мы имеем? Седьмая водушка, в принципе, очень-очень даже неплохо. Священный огонь, топовый талантик на деф. Ну, остальное такое себе. Поехали, откроем мохнатку. Что тут у него? Можно слить. Так, ну это гарнизон, душики, анубис. Интересно бы такое слить. Ну, ниндзика одного пожертвуем одним ниндзиком. Шо поробишь? Сейчас только в кого-то нужного сольем. Так, где там наши ниндзики все? Плохо, кстати, что не видно, какой там талант сливается. А, мы тут и сюда мы не можем слить. Можем сюда слить. В общем, вот так вот неплохо получилось. Героев даже мы неплохих натаскали. А, камешки есть. Донат, донат. Ну, вот так вот. Мохнатка. Так, окей. Мохнатка у нас есть. Каменка. Ну, одну коробочку. Он просил не трогать, я одну использую. Ожог. Ну, думаю, неплохой талантик, конечно, у него уронен с ожогом есть. Но вот так вот, в принципе, за минимум. Затащили. Так, мы все позабирали. Вроде да. Трец, выгадай. Ну, нету смысла дальше. Тут ради одной, так как он донат, что-то другое вытащить. Конечно, вот это неплохо было бы для него получить, но он попросил не сливать. Угника он скоро дособерет. Сейчас единственное гляну, что у него. Склад, точнее, не тот склад. Питомцы. Ну, думаю, у него есть. Льдышка есть и смертушка тоже есть. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Ну, думаю, интересный быстрый рулинг получился. И, в принципе, получили
То, что надо, и собрали, я думаю, наверное, все-таки за минимум. Вряд ли я еще меньше выбью, хотя посмотрим. Все, всем удачи, всем пока.